Приветствую вас, дамы и господа, и добро пожаловать в мобильный симулятор садовника под названием Garden Flipper. Разработчики данного проекта не постеснялись слезать название с DLC к House Flipper, но кто я такой, чтобы их судить? Давайте посмотрим, что из себя представляет данная игра. Спавнимся мы рядом вот с таким вот роскошным домом, и мы, похоже, этого дома владелец, судя по всему. Потому что здесь мы можем сохраниться в этой зоне, и пока что никакого задания у нас нет. Возможно, это туториал небольшой, где мы с вами ознакомимся с основными инструментами. Итак, у нас есть вот такие вот замечательные ножницы. С их помощью мы можем подрезать, например, кусты вот таким образом. Это, конечно, медленно все очень происходит, но зато эффективно. Мы прямо с корнем, смотрите, вырываем куст. И, собственно, таким образом от них избавляемся. В отличие от House Flipper, у нас инструменты не все с собой. Мы можем в руках держать только один инструмент. И менять инструменты будем мы вот таким вот образом. Кладем на стол, например, ножницы садовые. Кстати, а можно их на пол выкинуть? Нет, судя по всему, именно на стол мы можем класть некоторые инструменты. И далее мы подходим к другому инструменту, который у нас здесь на улице. Например, грабли мы можем взять, либо взять газон-косилку. И газон-косилка здесь полноценная, с колесиками. Так что игра не полностью копирует House Flipper. Это, можно сказать, самостоятельный проект, просто с таким же названием, как и DLC. Ну и концепция, суть та же. Мы работаем с садовником, выполняем задания, подстригаем газон, убираем мусор также, что-то сажаем и так далее. Так, ну что ж, давайте попробуем взять газон-косилку. И вот таким вот образом здесь мы выстригаем эти кусты. И, собственно, получается прекрасное полотно. А состригать, смотрите, вот эти длинные кусты мы не можем. Их обязательно нужно убирать садовыми ножницами. Ну и, насколько я понимаю, наша задача состоит в том, что здесь все подровнять. Ой-ой-ой, я аж подпрыгнул. Нифига себе, убрать мусор, убрать вот эти кусты и так далее. И, в общем, закончить работу здесь. Да, вон, смотрите, потихонечку мы получаем опыт за каждое действие. И, скорее всего, либо прокачиваем свой уровень, либо это просто шкала завершения этого задания именно. Потому что у нас нет никакого списка задач, и поэтому нам самостоятельно нужно догадываться, судя по всему. И работы здесь много. Да, лишь заполняется шкала. Шкала вот эта желтая. И красная шкала опустошается по мере того, как мы здесь прибираемся, по всей видимости. Хотя я не уверен до конца. Так, ну что ж, тем временем стемнело. У нас есть шкала сонливости, как вы видите. То есть у нашего персонажа даже есть потребность во сне. Чего не было, опять же, в House Flipper. Давайте еще немного подстрижем газон. Конечно, сегодня мы уже с ним не закончим. Работаем допоздна. И чтобы соседи не бушевали, мы вырубаем газон-косилку. Взять грабли. Нажмите Е, чтобы продолжить. Видимо, туториал какой-то здесь продолжается. По-прежнему нас ознакомливают с инструментами. Но давайте сначала поспим. Я предлагаю отдохнуть немного. И уже с утреца продолжить нашу работу. Так, ладно, давайте возьмем грабли. Газон-косилку мы можем оставить в любом абсолютном месте, в отличие от ножниц. Соберите разбросанный мусор в мешки для мусора. Так, вот это интересно. Мусор мы здесь собираем именно с граблями, с помощью граблей. То есть вот таким вот образом, наверное. Как это работает-то вообще? Честно говоря, у меня это не особо пока что получается. Может быть, надо вот так вот опустить как-нибудь. Да, вот теперь все работает. То есть мы проходимся граблями по различному мусору. Здесь вот сигареты, пачка сигарет, куча всякого барахла, какие-то куски непонятные, банки и так далее. И появляется, спавнится на месте мусора мешочек вот такой вот. Причем он огромный, мне кажется, слишком часто он спавнится. Так, давайте встанем. Здесь вроде с мусором покончено. Проблема в том, что... Ага. Я понял. На стрелочку вниз мы и встаем, и приседаем. Стрелочка вверх. Не очень понятно, что делает. Сейчас давайте уточним по управлению. Нажимаю стрелочку вверх. Ничего не происходит. Может быть, это прыжок или типа того. Так, ну ладно, неважно. В любом случае, нам приходится ползать с граблями.
И это, честно говоря, странное достаточно решение. Почему нельзя стоя работать граблями? Почему обязательно мне надо вот так вот снижаться? И как пылесос, я как будто пылесосом каким-то работаю. Так, ну ладно, мусора здесь достаточно много. Давайте попробуем положить грабли. Может быть, туториал продолжится и нас с чем-то еще ознакомит. В дом зайти нельзя, кстати. Но инструмент, похоже, через дом можно закинуть сквозь текстуры. Так, был значок. Давайте встанем, наверное. Все мешки с мусором скидайте в мусоровоз. Так, я понял. Здесь действительно есть мусоровоз, и он передвигается. То есть, по сути, здесь реализован трафик, но в этом трафике лишь один мусоровоз. Так что давайте сейчас будем таскать мешки с мусором. Так, а как это сделать? Может быть, как раз это верхняя... Да, это прыжок. Верхняя стрелочка — это прыжок. Если я нажимаю на мешок с мусором, ничего абсолютно не происходит. Может быть... А, вот. Так, отлично. Мусоровоз приезжает каждый день в 12:00. Успейте выбросить мусор в машину. Так, окей. То есть мы поднимаем мешок. Уровень и очки опыта. Да, тренировка закончена. И, соответственно, я скинул сразу же этот мешок, чтобы проверить, как это все работает. Индикатор чистоты. Вот, и теперь нам все объясняют. Мусоровоз, кстати, подъезжает. Индикатор заполняется в зависимости от количества мусора и травы на территории. При выполнении какой-либо работы вы все больше устаете. Индикатор усталости. По мере уборки территории вы устаете, и чем больше усталости, тем медленнее передвигаетесь. Когда устанете полностью, то не можете ничего делать, пока не отдохнете. Давайте складывать мусор. Огромное количество у нас мешков. Успею я вообще это сделать или нет? Некоторые мусорные мешки я почему-то взять в руки даже не могу. По какой-то причине. Но ничего страшного, даже если не успеем, у нас, похоже, полно времени. Потому что мы здесь работать не одни сутки будем. Осмелюсь предположить, раз у нас действительно есть шкала усталости. Ладно, этот мешок оставим как сувенир. Так, заталкиваем. Но уже, смотрите, час целый здесь торчит мусоровоз. Не знаю, сколько он будет в итоге стоять. Блин, и представьте, и за домом будут мешки, они будут повсюду, эти мешки. Так, все, мусоровоз, кажется, уехал, да. И вам сначала, сперва нужно к выходу эти мешки закинуть. И только потом дождаться мусоровоз. То есть каждый мешок по отдельности придется таскать. И это очень монотонная, унылая работа. В Хаус Флипа, конечно, много монотонной работы, но не настолько унылой, что прямо по одному мешку. Мусора здесь огромное количество. Мешков, соответственно, будет на штук 30, наверное, в итоге. Так, ну ладно, давайте продолжать работать. Я предлагаю взять газонокосилку. Видимо, игра из себя представляет действительно несколько территорий, где нам нужно просто убраться. Состричь кусты, убрать мусор. Кстати, немного левитирует наша газонокосилка. Да, тут что-то странное с инструментами. То есть я тоже должен ползти с газонокосилкой, хотя газонокосилка состригает кусты, если я и стою нормально. Она просто их испепеляет, судя по всему. Может быть, там какой-то лазер работает. Да, ну и, соответственно, шкала мусора постепенно опустошается, и когда она полностью опустошится, я думаю, мы перейдем на следующую территорию, на следующий уровень. Давайте попробуем прокачать также наш уровень. Сейчас будем исключительно использовать газонокосилку, потому что это проще всего и быстрее всего. И плюс опыт мы достаточно быстро получаем. Может быть, мы сможем прокачать своего персонажа, опять же, как в Хаус Флипа. И тогда такая монотонная работа будет выполняться гораздо быстрее. Например, мы увеличим скорость ходьбы нашего персонажа. И таким вот образом можем перемещать гораздо быстрее все эти мешки с мусором. Так, огромное количество здесь травы. Ну, багов достаточно в игре, как мы видим. Так, практически получил я уровень. Еще немножко. Так, магазин разблокирован. Теперь вы можете совершать покупки. Так, интересно. И что же мы можем получить в этом магазине? Давайте с вами посмотрим. Батут. На батуте можно развлечься, попрыгать за 100 баксов. У нас 200 баксов, кстати. И большой батут за 500 мы можем купить. Это
раздел развлечений. Лопата необходима для обработки почвы. То есть здесь дополнительные инструменты мы можем закупать. Лейку, смотрите, она откроется на 5-м левеле. Бочку с водой, похоже, да, такая вот цистерна. И также можем покупать цветы различные и растения. Так, окей, пока что не очень много всяких предметов, доступных для покупки, но, тем не менее, они есть. Похоже, никак мы не можем улучшать наши способности, и с каждым левелом, наверное, просто будут какие-то предметы открываться и объекты, доступные для покупки. Осмелюсь предположить, это лишь предположение, нам сейчас нужно будет набрать еще 200 очков, чтобы вкачать 3-й уровень. А это уже будет не скоро, скорее всего, снова стемнело. Но, по крайней мере, мы с вот такой вот травой практически закончили. Давайте еще взгоняем на задворки, на задний двор этого прекрасного дома. Закончим здесь с травой, здесь уже совсем немного осталось. Но мусора здесь, конечно, полно, это кошмар. Это ведь первое задание, можно сказать, наше. Но, судя по всему, так и рассчитано, чтобы мы здесь провозились достаточное количество времени. Так, ну все, остались кустики. А, вот здесь вот еще траву я не состриг. Представьте, каждый кустик нужно вот этими ножницами очень медленно вырезать. Попали мы в садовое рабство. Мне кажется, здесь на месяц работы, судя по всему. По идее, прошло уже 3 суток или около того. Так, я через забор перелез, кстати. Верните меня назад. Через кусты можно как-нибудь. Так, давай, давай. Прыжок не помогает, когда у меня в руках инструмент. Так, ну, наверное, здесь я все-таки смогу зайти. Или нет, лол, я за пределы локации выпрыгнул и теперь не могу никак залезть назад. Так, ладно, давайте оставим. О, хорош. Достаточно было оставить инструмент, поставить его. Так, и теперь он, кстати, вроде как даже и не левитирует. Или, может быть, это из-за отсутствия теней ночью. Кажется так. Ну все. С кустами, с травой, точнее, мы закончили. Остались кусты. Да, газон-косилка нам больше не понадобится. Нет, она все-таки левитирует, по крайней мере, после того, как я ее оставил. Давайте отдыхать. Так. Подождите. После того, как я поспал, трава выросла? Серьезно? Вот так это работает? Может быть, в этой игре вообще одна локация? Я уже сомневаюсь, что здесь несколько локаций. Ну, это достаточно странное решение. То есть мы, скорее всего, работу выполнить никак и не сможем никогда. Хотя усталость у меня теперь не отнимается. Да, это действительно что-то странное. Не надо было спать, похоже, надо было продолжать работать. Я и не заметил, что шкала усталости у меня теперь и не отбывает. Она постоянно заполнена. Ну, в общем, не знаю, пока что игра выглядит очень сырой, но, опять же, концепция вполне реализуема. Если разработчики будут и дальше обновлять эту игру, добавлять контент и в первую очередь исправлять баги, то, может быть, что-то и получится у них. Ладно, но на этом мы остановимся. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.